Сегодня 22 марта. Мы отмечаем народный христианский праздник, который называется «Сороки и жаворонки». В этот день весна окончательно вступает в свои права. И зима отступает, Юленька. Начинайте весеннее обновление интерьера с комплектом постельного белья «Радуга цветов». Цветочные букеты на постельном белье, они подарят радости душе. Ведь там, где цветут цветы, всегда живет надежда. Юлия Колосова, эксперт телеканала «Шоп-н-шоу». Юлечка уже 15 лет предана своей профессии и делает ваши дома самыми красивыми и уютными. Олечка, сегодня мы так и поступим. Хочется поднять себе настроение. Весна, солнышко, а цветы несут особую энергетику в дом. Энергетику хорошего настроения, энергетику цветущего сада. Роскошная коллекция, специальная, весенняя, авторская от российских художников. Это очень приятно. Вы обновите свою прекрасную спальню. Конечно же, это функциональная вещь, поэтому я выбрала одну из самых комфортных тканей на сегодняшний день. Аналог хлопка, уникальную ткань, выполненную по технологии AirTech. Со свойством дыхания, мягкую, бархатистую. Прикоснитесь со мной, это очень приятное прикосновение. Вы расслабитесь и хорошо отдохнете. Причем и в жару на этой постели спать одно удовольствие. А практичные хозяйки оценят, что это полотно не мнется, отлично отстирывается и служит долго без изменения внешнего вида. Выбирайте вашу уютную спальню. Четыре цвета на выбор, Юленька. Давай скорее познакомим наших телезрителей с расцветками. Итак, давайте посмотрим. Три размера классика. Полутораспальный, двуспальный, евро. И вот есть зеленый цвет, например. Это самый нежный оттенок. Это успокоительное в вашу постель. Молочный цвет мне нравится тем, что он такой летний, свежий. А вот смотри, ты правильно сказала, серый цвет, Юленька сказала, для молодоженов идеально будет подходить. Такие букеты красивые, праздничные там. Синий цвет. Слушай, это самый немаркий цвет. Возьмем, пожалуй, его и на дачу. Смотрите, один раз комплект постельного белья был в прямом эфире, и было продано за один эфир более 600 комплектов. Сегодня это главное предложение только одного дня. И максимальная скидка 40%, она ваша. Цена от 1799 рублей. И теперь внимание, если вы выбираете полутораспальный размер, там будут две наволочки размером 50 на 70. Если вы выбираете двуспальный и евроразмер, там уже две наволочки размером 70 на 70. Сейчас наш оператор покажет, да? Вот большие наволочки, либо маленькие в полутораспальном размере. Но на самом деле красота постельного белья очень важна. Я помню, как я у подруги ночевала года два назад. Такое красивое. Она мне комплект постельного белья застелила. Там красные розы, шикарные. И знаешь, я с утра, когда проснулась, еще потом ей говорю, слушай, ну как красиво у тебя. И спится совершенно по-другому. Я под таким впечатлением была. Потом по магазинам, когда ходила, да, и на нашем телеканале, все пытаюсь найти такой же, пока еще не нашла. Впечатление так и осталось. Олечка, ну всегда святые – это вдохновение для любой женщины. И мы отдыхаем в цветущем саду всегда. Очень легко, снимаются все проблемы. Мы не думаем о плохом, но когда у нас коллекция вот такая особенная от художников, это еще и эстетика дома неповторимая. Практически арт-объекты выглядят как художественное произведение, наше постельное белье. Обратите внимание, как расписано, какие интересные оттенки используют дизайнеры. Вот, например, в синем варианте у нас платочная техника, здесь пионы, символ достатка, очень красивый синий цвет. И посмотрите, как реагируют наши зрители. Да, да. Вот, кстати, очень часто оставляют наши телезрители вопросы в соцсетях. Огромная вам благодарность за это. Светлана Георгиевна из Сыктывкара спрашивает, Юлечка, в Одноклассниках. Скажите, пожалуйста, не линяет ли синий цвет белья? Спасибо. Олечка, так. Если правильно постирать на режиме 30 градусов, то тогда абсолютно нет потери цвета. 5-7 лет белье хорошо служит. Это благодаря специальным активным компонентам, которые находятся внутри красителя. Они фиксируют краску, она хорошо сцепляется с поверхностью. Стирайте на режиме 30 градусов, и белье останется ярким. Итак, скидка 40% – это самое выгодное предложение только одного дня. Только посмотрите, какие яркие цветы, какой идеальный подарок, может быть, для вашей любимой подруги. Сделайте подарок и для себя, это очень важно, ваше настроение с самого утра. С утра проснулись, увидели красоту, и день заладится. Все хорошо, настроение всегда отличное. Так, еще очень важный момент, конечно, это тактильное ощущение. Вот в прошлом году в Сочи мы ездили с мужем, да, и вот там как раз мы спали на постельном белье из полисатина.
И муж еще обратил внимание, говорит: слушай, Оль, какое нежное постельное белье. И была жара, кстати, жарко на нем не была. Да, Олечка, очень важен комфорт, конечно, во время сна. Понятно, что мы налюбовались цветами, и мы в хорошем расположении духа засыпаем. Это очень важно для психоэмоционального состояния. А дальше мы в полудреме уже прикасаемся к этой мягкой ткани, и она нас обволакивает. И вот здесь тактильные ощущения очень важны. Уникальная ткань использована для создания этого комплекта. Это технология AirTex, то есть ткань работает как хлопок, являясь при этом полиэфирным волокном расщепленным, пористым. То есть это микрофибровое волокно с сатиновым плетением. Воздух проходит, значит, спать на нем не жарко. Вентиляция идет как в натуральном хлопке. Также оно впитывает и отводит влагу. Постель сухая, чистая, гигиеничная. Сейчас это очень важно, потому что погода скачет. Да, у нас то жарко, то холодно, то окна открываем, то душно. Отопление будут отключать. Мы все время вынуждены подстраиваться. Дальше начнется лето, и мы вообще будем искать холодочек в постели. Будет жарко, будем включать вентиляторы. И вот эта ткань поможет вам выспаться в любой сезон. Она считается всесезонной. Давайте сейчас вот все-таки проверим, да, насколько немнущийся комплект постельного белья. Просто когда мы говорим полисатин, наши постоянные телезрители обожают этот материал за малым сминаемость. Почему не мнется? Действительно, это белье еще и обладает малосминаемым эффектом благодаря сатиновому плетению, легкая эластичность. Поэтому вы не будете тратить время на глажку. Ваша постель безупречна, нежна, приятна и опрятна. А вы хорошая хозяйка, и у вас легкий сон, и у всех ваших членов. Ну, Юль, то есть каждый день с утра мы будем просыпаться и думать: боже мой, какая я молодец, я идеальная хозяйка, даже постельное белье у меня не мнется. И кажется, что я каждое утро его отглаживаю прямо на постели. Нежность, мягкость, полисатин, он идеален, как бархатца такая легкая. Вам понравится по ощущениям. Есть зеленый цвет, есть молочный, более свежий оттенок, но на контрасте с яркими цветами для настроения. А вот смотрите, целые свадебные букеты на вашей постели, в вашей спальне. Это был серый цвет. Синий цвет, самый яркий оттенок из четырех. И напомню, в комплекте вы получаете двусторонний пододеяльник, простыню. Но если вы берете полутораспальный размер, там вы получаете две наволочки размером 50 на 70. Такой, кстати, впервые на нашем телеканале. Двуспальный или евро, там уже две наволочки размером 70 на 70. Успейте заказать, это самая выгодная покупка только одного дня. Поднимайте себе настроение и наслаждайтесь мягкостью, которая нам особенно важна в жаркие дни.